Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнями. В то же время порекомендовал с их точки зрения все то, что мы должны сделать. Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть изучены, обязательно изучены. Нельзя от них отмахиваться. Но если, допустим, они нам рекомендуют, как некоторые пишут, вплоть до комендантского часа ввести, слушайте, я еще раз подчеркиваю, надо введем и комендантский час, надо изолируем города и поселки и деревни. Но разве сегодня такая стоит проблема перед страной? Нет. Поэтому мы не отмахиваемся от рекомендаций. Но мы должны из комплекса рекомендаций нашего опыта действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и нельзя действовать, а давайте сделаем на всякий случай, хуже не будет. Хуже-то не будет. Но если мы будем в больнице держать здоровых людей, то не дай бог нам и коек потом не хватит больных госпитализировать. Главнейший вопрос – это сохранить приемлемую загрузку системы здравоохранения, не перегрузить ее, пока нам это удается. Сегодня для нас важна заболеваемость ковидами, но мы прежде всего обращаем внимание на заболеваемость пневмониями, потому что любая пневмония может отяготиться ковидом, как это часто бывает. Поэтому Министерству здравоохранения, всей системе здравоохранения, тысячам медработников надо сконцентрировать свое внимание на лечении больных наших от пневмонии. При этом подчеркиваю, не забывать о том, что у нас есть другие болезни. Я убежден, что мы справимся с этой проблемой. Тем более вы видите, что эта проблема все больше и больше становится проблемой политической. У нас сторонников, даже сочувствующих, не будет, потому что мы пошли против течения. Мы действуем сообразно ситуации, которая у нас складывается, и сообразно тому, какую мы имеем систему здравоохранения. Мы всегда будем сейчас в этом тесном, безобразном мире сталкиваться с этими вирусными заболеваниями. И систему эту надо укреплять. Это один из уроков. Но опять же мы об этом поговорим после. И еще, Наталья Ивановна, Игорь Петрович, ни в коем случае не перенапрягайте людей. Не надо устраивать панику. Мы даже дошли до того, что мы напугали людей, что это такая зараза, что надо бежать от тех, кто переболел. Те, кто переболели этой болезнью, это наш золотой фонд. Это люди, у которых мы берем забор крови, делаем плазму и лечим людей. И людям этим, которые переболели, надо гордиться, что они выстояли. Они боятся, что про них чего-то скажут. Сегодня в отрасли здравоохранения работает почти 310 тысяч человек. Коечный фонд 100 тысяч. Что касается обеспечения тест-системами, у нас вперед еще на 25 дней этих тест-систем хватает, но каждый день мы пополняем и производим свои. Свои тест-системы неплохие, и надо с ними работать. Если положение дел будет меняться в худшую сторону, я ничего не исключаю. Я уже переживаю за любой шорох. То мы подключим резервы. У нас их достаточно. В лечении людей должны быть задействованы вся вертикаль власти, все государственные служащие. Я уже не говорю о системе здравоохранения. Поэтому я наряду с членами правительства, председателями облсполкомов, пригласил сюда и уполномоченных президента по регионам и помощников президента. Я хочу, чтобы вы владели полностью ситуацией в регионах и могли адекватно реагировать, помогая системе здравоохранения.